Я в Амасии. Город потрясает сразу. Вот с первых буквально минут. Красота. Вот еще три величественных понтийские гробницы. И туда я сейчас буду подниматься. Турецкая Венеция. Еще так называют Амасию. Также турецкий Оксфорд для султанов. Вот я иду по старинному мосту. Посмотрите, какое дерево. Вообще, чудом живущее. Растет в мечети Баязида Паши. Если я правильно прочитал, то этому платану уже 1500 лет. Да, чудо чудное. Вот на горе остатки крепости, крепостной стены, которая спускается. Наверху был дворец, крепость и крепостная стена вот прям по скалам шла к речке. Сумерки. К сожалению, я не смогу посмотреть ночью эту красоту, потому что мне уже надо ехать на автовокзал. Но ночью здесь просто шикарная такая подсветка. В общем, Амасия прекрасна. Реально всем советую ее посетить. Я восхищен. Меня давно уже мало что восхищает, но Амасия очень. Царей во времена, когда в Амасе было понтийское царство.